Вопрос к тебе, Алекс. Скажи, сколько языков ты знаешь? Сколько Да. языков Какие? я знаю. Да. Это не очень простой вопрос. Это очень трудный вопрос, потому что я не знаю, но я думаю, что я знаю три или четыре языка, три или четыре языка, английский, конечно, и русский, не русский, еще не русский, еще не русский, я изучаю русский, Испанский, но да? я говорю английский, испанский, португальский. И немного немецкий, который я еще изучаю, но для больше для больше времени, чем русский, очень большее времени, чем русский. И я изучаю в этот момент немецкий, русский, хинди из Индии, французский. Четыре языка. Немножко французский и немножко индонезийский. Немножко, наверное, пять языков. А насчет китайского? Китайский язык. Китайский язык, я знаю китайский язык, но я изучал китайский язык в университете, но я забыл много китайский, и мне надо, конечно, мне надо изучать китайский опять, попрактиковать китайский язык с людей, Китайцами. С китайцами, да-да-да, с китайцами, но я еще говорю китайский, Ну, конечно. молодец, сколько языков ты знаешь. Это молодец, Конечно, молодец. потому что многие американцы только говорят один язык. И английский. И не хотят изучать другие языки, иностранные языки. Потому что весь мир говорит, весь мир изучает английский язык, весь мир говорит на английском, поэтому им, наверное, не хочется изучать другие языки. Да, не хочется. Большинство не в Америке. Большинство не Не хотят. хочется. Большинство не хочется Да, изучать не хотят изучать другие языки. другие языки. Да. И для меня это ужас. Ужасно. Ужас. Да.
А ты что заканчивал? В каком университете ты учился? В какой университете? Ага, в каком ты учился? Southern Oregon University. Uh-huh. По-английски. Ага. Южно-Орегонский университет. Да? Южно-Орегонский университет. Uh-huh. Кто-то. И какой факультет ты закончил? Какой факультет? Два факультета. Два факультета. Два факультета. Окончание на русском языке труднее для меня. Да, бывает. Трудный. Вначале всегда трудно, как любой язык. Да, труднее для меня. Но постепенно это тоже. Мы учимся. Факультете. У меня было два факультета. Антропологии и международные релации. Международные отношения, да? Антропология и международные отношения, да? Да. Relationship. Международные. Ага, отношения. О, хорошо. Там, наверное, изучали много языков в университете, да? Я изучал в университете только китайский на класс. А в классе? В классе. Но я изучал испанский и немецкий и индийский. На свободное время. Свободное время. Хорошо. Отлично. Отлично. Да. Теперь еще один вопрос традиционный вопрос, кто учит языки. Почему ты учишь языки? Почему я учу языки? Да. Это очень долгая история, но сделать его очень короткий. Хорошо. Короткая. Потому что Мне очень нравится знать другие культуры, и мне очень нравится поехать в другие страны. Почти девять лет я изучал
многие языки, потому что я хочу знать, я хочу знать еще об земле. Я хочу знать об земле больше. Да, больше об земле. О земле. Это то, что твое образование. Антропология же, да, у тебя образование? Антропология земли, да? Ну, изучать как антрополог. И немножко лингвистики. Лингвистики, да? Лингвистики. Да. Да. Это интересно. Очень интересно, да. Да, да. И также ты являешься, как, пишешь статьи тоже, да? Для веб-журнала, австралийского веб-журнала. Австралийского? Да-да-да. У меня есть мой журнал, не мой журнал, статьи, но статьи. Это журнал, статьи журнал.